Эта история началась с семейного скандала. Глава семейства угрожал супруге убийством, после чего она решила обратиться в полицию. 29 марта 2016 года в отдел полиции по городу-курорту Анапа обратилась жительница станицы Анапская, которая сообщила, что супруг на территории домовладения хранит и изготавливает огнестрельное оружие. В ходе выезда на указанный адрес следственно-оперативной группой в ходе проведенных разыскных мероприятий на территории домовладения было обнаружено изъято большое количество патронов различного калибра, несколько банок пороха. Изготовитель подошел к делу основательно. Вместе с порохом и заготовками у него также имелись детальные чертежи и станки для обработки будущего оружия. Сам мастер взят под стражу, а все обнаруженное полицейским было изъято и направлено на экспертизу. Проходит доследственная проверка, гражданин задержан. В настоящий момент назначены все соответствующие экспертизы. Задержанный является уроженцем города Армавир, 81-го года рождения. При проверке у него судимости обнаружено не было. В Анапу приехал год назад. Сейчас уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За подобные преступления, согласно Уголовному кодексу, злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.